Здравствуйте всем, привет всем, уважаемые любители мини-футбола. В эфире Мастер-лига, это Премьер-лига, пятый тур и заключительный матч игрового дня. И в этом матче встречаются команды с аббревиатурами в названиях. Это АГСС и ФКС. Команд в атаке АГСС — это Нилов под номером 70 и Корнеев. Ну и разумеется, Кудрин Евгений в воротах. Вот сейчас он отбивает мяч ногой. Как по атаке АГСС. По 4 матча, но сейчас Нилов в атаке. Обходит он Иванова. Передача на Машарова. Машаров мог открывать счет, но прекрасен Роман Шляпников ногой. И тут же атака от ФКС. Боярских бьет, попадает в Корнеева. Ох, какой футбол на встречных курсах. Туда-сюда, туда-сюда. И вот он гол. Боярских, которого размял Нилов ударом в спину. Счет открывает. И 1-0 ФКС повели. Удачное начало для команды в синем. Так вот, начал я о чем речь. Ну вот, отдохнул Корнеев. Поменял Машарова, который дольше всех играл стартовый отрезок. Больше 5 минут. Фомин, вот он момент, Фомин, удар, и 1-1, Эдуард Фомин, счет сравнивает. Низом аккуратненько пробил он в угол. И сделал счет равным, 1-1. Корнеев. Иванов, передача на Боярских, здорово, подошвы выкатил на Иванова. Вышел из ворот Кудрин. Пока непонятно, кто лучше. Удар хитрейший, кстати говоря. Присядется на чужую половину. Удар. Мимо. Быстро Шляпников понимает, что к чему. И ворот пустые, еще не успел. Ай, хорош Кудрин. И Шляпников, который быстро вел мяч на Боярских. Боярский, который пробивал в касании. Ну и, конечно же, Кудрин, который успел вернуться в штрафную площадь. И в прыжке мяч вынес просто. И еще момент. Вот. 2-1. ФКС впереди. Боярских забивает. Все-таки, если не с попытки пробить по пустым, то вот уже с добивания. 2-1 ФКС. Волховский и Кудрин. А подбор за Кравченко. Кравченко по пустым не попадает. Их бежал вперед Машаров. И вновь. Вот он, Кравченко сам на отборе. И Болховский один в один выход. Пытался снова попробовать пробить, может быть, в центр. И удар. Справляется Кудрин. А вот он момент. Боярских хотел переложить под левый и пробить быстро. Кудрин. Здорово, присяжный. И пустые ворота. Иванов попадет. Попадает Иванов. Наказывает. 3-1. Счет стал. Успешно сыграли в отборе парни из ФКС и реализовали вот эту возможность пробить. Особо праздновать забитый мяч он не стал. А тут от присяжного удар головой. Футболочку хватали. Удар. Отбивает. И вот отложенный фол. По линии удар. Отбивает Кудрин. ФКС в сине-черной форме ведут со счетом 3-1. АГСС вот были близки к тому, чтобы один мяч отыграть. Но хороший. АГСС как-то не спешили возвращаться в оборону. Думали, что, наверное, их будет мяч. Нилов поменял фланг. Теперь он справа, а слева Корнеев. Машаров. Надо бороться. И мяч катится, 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 катится. Закатывается. Ворота. Решат Аджимамбетов забивает. Четвертый мяч ФКС. И это уже комфортное преимущество. ФКС может пошуметь. Нилу только и остается с Кудриным как перепасоваться. И Головкин бьет мимо. У вас в воротах Кудрин, который шикарно подключается пятым. Корнеев. Корнеев вырежет передачу. И не попал по воротам присяжный. Ну, острый был угол. И удар Фомина. Ой, Фомина, говорю. Кудрина, разумеется. Бежит на дальнюю Фомин. Удар в перекладину от Нилова. Догонит присяжный, догоняет. Мяч доставляет штрафную. Карасев, Карасев скидывает. И удар Шляпников.
Мяч. Ух ты, ё-моё. Фланг открытый, в принципе. Следует удар. Издалека разок. Иванов. Зверев. Зверев пропускал. Шляпников. Попадает в Машарова. Вот сами себе придумали. И мяч в воротах. Вот так вот Машаров забивает. Зачем ФКС решили играть в игру АГСС? Ну, нам же веселее будет смотреть концовку там. Кстати, середина второго тайма. 10 минут. Еще есть у АГСС на то, чтобы уже два мяча отыграть. Машаров там бьется как тигр, как лев. И... Волховский даже не стал выбивать мяч. Решил сохранить контроль. Волховский по пустым рядом. С мячом. Нилов. И попробовать пробить издалека. Отбивать Шляпников. Подбал. Даже мяч трогать. Он предпочитает разыграть аут. Аут очень близок к угловому. Там плюс-минус одно и то же. Удар. И еще удар. Ой, пушка Кудрина. Здравствуй. Видели это мы. 4-3. Счет становится. Кудрин до минимального сокращает отставание. Какой удар получается. Ух. И на... И вот так. 4-4. Счет равный. АГСС за 30 секунд счет сравнивает. Благодаря голам Кудрина и Корнеева. Вот. 4-4. Абсолютно. Абсолютно. Фантастическая минута в исполнении АГСС. О, присяжный и делал передачу на Нилова. И Аджимамбетов. Здорово прочитал момент. Дотянулся до мяча, не позволил пройти этой передаче. Нилов, удар и вперед. АГСС выходит. Нилов. Михаил Нилов 5-4 выводит АГСС вперед. Вот все. Перевернули игру и тайм-аут. ФКС, они поздновато ли могли и раньше ведь взять тайм-аут? Перерыв за 5 минут 53 секунды. Болховский идет вперед. И нога присяжного. Болховский тащит Кудрин. И надо вынести, обезопасить. И вот он перехват. Машаров. Пустые ворота. Нилов бьет мимо. Понимает, что не надо этого делать быстро. Болховский удар. Мяч Иванова. И сам себе сбрасывает. Боярских. 20 секунд до конца. Зверев. И спасение Кудрина. Ключевое. И мяч на трибуну летает. Сейчас. Мяч установлен. 10 секунд. 9. 8. 7. Иванов. Если момент, удар не точно. И все. Все. Свисток звучит. И победа. Волевая победа АГСС. Которые одерживают свою... долгожданную победу.